1 826 000 тонн. Таков на сегодня общий вес каравая 2017. Уже убрана почти четвертая часть площадей. В лидерах по-прежнему южные регионы. Брестский собрал 608 000 тонн. У Гомельской области 438 000. Чуть меньше в Минском и Гродненском регионах. Кстати, в последнем самая высокая урожайность по стране. 44 центнера с гектара. Убрано уже более 23% площадей.